Всем привет, мои маленькие любители тяжелого металла. Сегодня у нас видос о чем? Правильно, о чистом звуке. По моим скромным наблюдениям, чистый звук бывает в нескольких видах. DI-сигнал и смодулированный. Там либо реально снят с реальной головы и кабинета. И это все будет чистый звук. Все, что без дисторшена. Это у нас чистый звук. И бывает еще, конечно, с легким овердрайвом. Его же можно тоже назвать чистым звуком. Я не утверждаю, что этот стратокастер является эталоном чистого звука. И он далеко не эталон чистого звука и далеко не обладает суперским клином. Но давайте слуханем. Что это такое? Сразу скажу, что я не супер игрок фанков, всяких РХЧП и так далее, но постараюсь максимально популярно продемонстрировать звук. Да, я специально в прошлом видосе не показывал все 5 позиций звучания звукоснимателей и не сыграл ни одного рисунка на чистом звуке. Чисто для того, чтобы сегодня вышел этот видос. Так что ставь лайк, подписывайся на канал. Да-да-да-да. Да, я кое с кем поговорил, пока не буду говорить с кем. Мне намотают крутую рельсу. Да, это будет очень злая, как собака, рельса. Поэтому мы отсюда будем дергать клины для, так скажем, сравнивания. Ну, короче, стоит подписаться и следить за этим сериалом о моем подкастере. Кстати, может, кто-то знает из вас, вот если смотрели «Назад в будущее», когда Марти пришел к профессору с утра, в начале прям фильма, поиграть на гитарке, когда там его нахер выбросило к стене,
у него там на усилителе было написано типа драйв. А я вот хочу вот точно такой же шрифт сюда написать. Может быть, там Халк Кастер. Потому что это будет реальный Халк. То есть с виду такой малышонок, но очень злой. Просто такой злой. Я считаю бодро. Если ты считаешь, что это тоже было неплохо, ставь лайк, пиши комментарий. Да, я обратил внимание, что многие, кто смотрит мои видосы, это не мои подписчики, и мне становится обидно и грустно. И вот там собака у меня сидит, она тоже очень грустит из-за этого. Поэтому надо подписаться, поставить лайк, жамкнуть на колокольчик, ну и быть нормальным мужчиной, либо девушкой. Ну, короче, ты же не какой-то рэпер, а нормальный металлхед. Йоу.